Время культуры на телеканале «Мир Бурятия». Я Александра Зычхарова. Здравствуйте. Сегодня в программе новая кинодрама «Сержем» от режиссера фильма «Живи». Спектакль «Три поросенка» в Театре кукол. А началось все в маленькой глухой бурятской деревушке, где неподалеку друг от друга жили два мальчика. Я и Тумен. Я помню, как отец Тумена уходил на войну в Афганистан, откуда так и не смог вернуться. А мама? Мама, я его никогда не видел. А спросить про нее как-то не осмеливался. И он воспитывался своим дедушкой и своей бабушкой. Время шло, и он стал мне как брат. Но вскоре в нашей дружной компании появилась девочка. Зовут ее Саяна. Я даже как-то не заметил, как их маленькая детская дружба переросла в настоящую любовь. Из нас двоих Тумен был сильнее. Во всем. Через год после выхода социальной драмы «Живи» к премьерному показу готовится новая картина режиссера Баира Уладаева. Первый фильм автора получил широкий отклик среди зрителей. Цепочка событий в жизни молодого человека приводит его на самое дно общества. Испытание любви и дружбы обязательно с счастливым финалом. Автор сценария и режиссер в одном лице утверждают, что сюжет взят из жизни земляков, друзей и родных. Что у нас теперь четверо будет? Четверо. Все сильно будет. Все нормально. Прорвемся. После того, как мы выпустили фильм в интернет на свободном доступе, тогда очень многие знакомые и незнакомые люди начали писать со всех регионов. То есть с Запада, да, с Москвы, с Владивостока, с Якутии, с Пятигорска. И очень многие, на кого я выходил лично, знакомые у меня ребята в других регионах, они мне сами писали, говорят, почему ты не объяснил? Не донес в сам фильм. А фильм я, видимо, неправильно донес, не раскрыл полностью, да, когда они мне сказали, что мы посмотрели этот фильм и хотели бы, чтобы такой фильм у нас молодежь посмотрела, нашего региона. Вот тогда я подумал, что да, она везде, в принципе, эта проблема везде интересна, потому что в России проблемы почти одинаковые. Просто там у нас одно, что отличает, это мы тему самоволки взяли. Потому что это только у нас в Бурятии такая проблема. В других регионах она решается и решается как бы в пользу своих же граждан, на жителей. Юнда барчар жива лапша. Мне хубу маарим да я хуй жвана. Хубу мгэрим я хуй да. Маарим га ерхадышня. Улчи харгышня. Хубу нелькамих. Азыл да сарха да хорха да снегэмих. Баир работает, как сказать, на уровне души. Начинает разговор, чтобы актер почувствовал ту или иную ситуацию, чтобы он отыграл именно ту или иную сцену. Он изнутри подходит к актеру, развивает, рассказывает ему те или иные точки, где должен идти эмоциональный подъем в фильме, чтобы актер вот это все прочувствовал, и с этим он очень хорошо справляется. Сегодня фильм «Живи» в свободном доступе в сети интернет. А новый фильм, религиозно-просветительская драма «Сержем», только готовится к прокату в кинотеатрах Улан-Удэ. По словам Баира Уладаева, оригинальная версия сценария к фильму претерпела значительные изменения в процессе съемок. Сагалган, понимаешь, такие традиции. И что, водку пить сагалган? Ты видишь, что они выпили? Они же не выпили. Ну какая разница, это просто я здесь. Стало им неудобно, они вышли, ушли. Ну конечно, с ума не сходи. Ты моя жена?
То, что мы с тобой поставили, Хатыб ничего не значит, понятно? Так сначала сыграй свадьбу, потом говори. И это вообще не мой дом. Мой дом в Улан-Удэ, понятно? Живи сам здесь, если хочешь. И что, мы из-за этого с тобой ругаться будем? Я сам в этом фильме снимался, и тем самым действительно такой накал был, потому что мы выехали с одним сценарием, с Улан-Удэ, на съемки мы... Начальное название было «Дух предков». То есть, но когда мы выехали отсюда, с Улан-Удэ, поехали на съемки, это снимали мы в Кижинге, местность Ушхэта. Там, спасибо дяде Садному, он там предоставил нам гурт. Главное, коров кормите, поите и смотрите за ними, а остальное все за вами. Ну, это самое такое, знаете, место, когда все вот есть, все, что ты хочешь, ну, для съемок. Предоставлено. Там очень много съемок ночью проводили. И пришлось в процессе все урезать. И в конце концов у нас сценарий маленько поменялся. И какие-то сцены мы подрезали. И в конце концов у нас название поменялось. Сейчас называется «Сыржым». Ну, очень многие названия знают, когда название «Сыржым». Они думают, что это снято как бы... в старинном, да, виде, там, все такое. Нет, это в современном мире. Современная подача. Там очень интересная история. История девушки, которая выросла в Улан-Удэ. Современная девушка, которая вообще ни разу, ну, как бы в район не уезжала, не знает, что это корова, что это такое. Она приезжает просто к своему возлюбленному в деревню, другу, жениху. И, в общем, вот эти две разные стороны встречаются, и вот фильм рождается, и здесь. Вот там все показано. Не буду полностью раскрывать сюжет. Так, это мой большой второй проект после фильма «Живи». В фильме «Сыржым» мы снимали в холодных, диких условиях, в лесу некоторые кадры снимали. Приходилось стоять в неудобном положении, ну, так как кадр был специфичен, а там актер страдает, и шанс только один. И наоборот, кадр, конечно, это было бы для нас катастрофой. Так, в целом, мы снимали очень много кадров в Куртуб. Это основное место съемок. Весьма спортивное занятие, взбираться по горам, ходить по лесу и так далее, готовить съемочную площадку. Ну, для нас как бы эта роль была универсальная, то есть мы были художниками по свету, декораторами, и так как Баир Уладаев, режиссер, был актером, нам приходилось иногда контролировать некоторые моменты. В главной роли «Сыржым» в кино дебютировала корреспондент газеты «Бурятия» Жаргалма Бадмаева. В поиске новой темы для статьи автор колонки «Молодежный квартал» вышла на съемочную группу Баира Уладаева. И, ну, как-то так все прошло. Я написала статью, и через несколько дней мне позвонил Баир Уладаев и сказал, что они устраивают кастинг, не хотела бы я прийти. Ну, для меня это было все как-то, ну, тем более наш бурятский кинематограф, это как-то для меня, ну, вообще, это что-то, он есть или нет, как-то, ну, очень я относилась к этому очень скептически. И думаю, ладно, в принципе, ради опыта, тем более, ну, связано немного с профессией, я решила прийти. Ну, и потом прошла кастинг, и через дня два мне позвонили и сказали, не хотела бы я попробовать сыграть в их картине. Все-таки приехал. Там основная линия все-таки это какая-то такая, ну, не побоюсь этого слова, любовная, в плане то, что все-таки главная тема это любовь. И через любовь там моя героиня, она там приходит к таким вот мыслям там. Вот, и очень трудно было вживаться, даже когда мы первый раз съемки сделали,
Мы обратно приехали, сделали монтаж и попросили некоторых ребят, которые, ну, посторонних, посмотреть фильм. И ребята даже до определенного времени не понимали, что мы как будто бы влюбленные. Они думали, что сестра младшая приехала к брату старшему. И они такие, и только потом, когда там определенная сцена была, они такие: а они что там, пара что ли? Ну и тут мы поняли то, что мы не очень хорошо передали это. И поехали снова переснимать, потому что, ну, вот этого не было. И я очень долго вживалась. Алло? Алло, мама? Мама, это я, Саша? Мама, Алдара нету! Он вчера ушел в лес, его до сих пор нет, я его всю ночь прождала, его нет, он ушел в лес. Он сказал, что скоро будет, но его со вчерашнего дня нет, я всю ночь его ждала. Мама, я чувствую, с ним что-то случилось. Мама, что-то плохое с ним случилось. Мне было очень легко с ребятами работать, потому что они очень все, точно все как-то передавали. Так, если что-то как-то не так шло у меня... Ну, спокойно останавливали камеру, объясняли, то есть, ну, еще мы жили, как бы, вот, фильм, в котором мы снимали на Гурту, ну, в смысле, на ферме, мы там и спали, и жили, и там же снимали, то есть, как бы, находились все вместе и как-то так сроднились, ну, как-то было очень, ну, легко. Но очень много есть очень таких смешных, нелепых моментов, где действительно очень забавно наблюдать за героями. Даже, ну, мне самой было смешно, и очень часто прерывали съемки, потому что я просто не могла успокоиться от смеха, потому что, ну, было действительно смешно. И... Бюджет фильма составил 400 тысяч рублей. Основная сумма – это вложение самих участников творческой группы. Очевидно, что финансовая сторона кинопроекта для киностудии «Возрождение» – второй по важности вопрос. Первый – это посыл картины в общество. Запрос на решение ставших актуальными животрепещущих вопросов сегодняшнего дня. Ну, наверное, в нашем возрасте, ну, для молодежи любовь – это, наверное, ну и для всех на самом деле, любви все возрасты покорны, но я думаю, если вы верите в любовь, если вы верите во что-то такое светлое, великое, то вам обязательно нужно прийти на этот фильм, потому что любовь может сотворить чудо, как-то так. В этом фильме будет песня звучать «Батушина». Очень красивые, красивые мелодии. То есть попросили его, он нам предоставил музыку. И она прямо очень хорошо слышится в этом фильме. И плюс саундтрек мы взяли у Ноны Тогачевой, из «Зарикто Тогачева». Но фильм очень интересный получился. Мне кажется, любой наш, не то что даже в республике наш, в других регионах даже этот фильм поймут. Зурхнсом низохід Бого, нам він це вершинім хера, і натуран мені хера, духе дурн се сектуро, гансо шаме нансо, тудн дулан зоксом бена. Ирье халинг нахера, дурны душам дамолго. Детский театральный репертуар пополнился весьма интересной интерпретацией «Трех поросят» Вульгэри. Спектакль в постановке Алдара Хашиктуева взял за основу первоисточник всем известной сказки – английский фольклор. В
уютной камерной атмосфере зала «Ульгер» ярким праздником представилась относительно новая постановка от театра «Кукол». Вот уже второй сезон здесь показывают спектакль по мотивам английской народной сказки «Три поросенка». Для Алдара Хашиктуева это первая работа в театре «Кукол» в качестве режиссера. Дебютом можно назвать спектакль и для артистов Ангбатора Бут и Булган Золжаргал. Поросячье трио дополнил корифей, хранитель традиции Ульгера Арсалан Бедагаров, который мгновенно перевоплощался то в мистера Вульфа, то в поросенка Джима. И на раскроте двери ряды зайду! Сила! Сила! У нас кверки дома! Ну, как вы зовете, мистер? Я зайду к вам силой! Сейчас я! Технически очень сложный спектакль, потому что одному актеру две роли играет, но он уже приближается к идеалу. То есть, но тем не менее, этот спектакль я смотрю каждый раз с удовольствием. Тут ребята молодые, школу все хорошие. Все три актера, они закончили Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Только вот постарше, вот Арсалан Бедагаров, он раньше закончил, а это молодые ребята. Процентов 70 успеха, ну не успеха, а вот того, что этот спектакль сложился, это их работа. Капиталистический мир и его схемы здесь обличаются с шуткой, озорно, и даже самому маленькому зрителю интересный каждый эпизод до последнего. Но взаимоотношения между куклой и актером, мы над этим тоже очень большое внимание обращали. То, что именно сами актеры уже тоже стиль, атмосферу спектакля несут именно в костюмах. Мистер Вольф, вы что, не один? Кто там? Это я, мистер Сейкер. И вы здесь? Да, мистер, все, мальчик, брат. Это мы все братья сговорились, ну хорошо. Мы раньше думали, что для маленьких что-то не очень подойдет, а оказывается вообще для любых зрителей. Да. Mm-hmm. Свободно, тут есть свобода, мы так. Не зашили, мы просто такой свобода. Вот такой вот удовольствие. Ну и всегда в любом спектакле вот такое удовольствие всегда. Тут я услышу веселую музыку и смех. Направляйся туда! Куда? Туда! Парк аттракционов! Совсем все по-другому, отличается от обычной постановки. Три актера и так здорово сыграли, что дети с раскрытыми ртами смотрели этот спектакль. Что делал волк? Ду, поросят. Ду, на поросят.
Hello! Время культуры о том, что нас окружает, и больше о прекрасном. До встречи! О, молодцы, ребята! Саша! Can't see me now. Тейлор – качественная женская одежда для офиса и отдыха. Платья, юбки, брюки, вечерние наряды. Большой выбор эксклюзивных качественных кожаных перчаток для модниц. Культурно-торговый комплекс «Гэлакси», третий этаж, сектор D, бутик 348. Телефон 644-795.